предприниматель сегодня – это энергичный, инициативный и талантливый человек. Суметь организовать и успешно развить свое дело не каждому дано. В Сочи, городе, куда едут отдыхать, а соответственно тратить деньги, масса возможностей, уверены предприниматели. Мы объездили весь мир, но лучшего города на самом деле нет. И для предпринимательства, и для детей, и для пожилых людей. Вообще-то город – рай. Город Сочи уникальный, и у него есть уникальные ниши, и в этих нишах работают уникальные предприниматели. Поэтому важно, чтобы предприниматели создавали свой продукт, с которым они будут работать на рынке и продвигали его. Именно развиваться, создавать свои предложения, а не просто сдавать площади в аренду, призвал сочинцев глава города. Анатолий Пахомов отметил, городу выгодно большое количество предпринимателей. Успешные компании платят в казну налоги. Эти деньги потом идут на развитие курорта. Еще раз призываю наших сочинцев не стоять на месте, быть активными. Ведь сегодня департамент экономики, отдел по поддержке предпринимательства дает хорошее предложение. Очень важно для властей города, чтобы предпринимательство, особенно малое предпринимательство, у нас находилось в комфортных условиях. За вклад в развитие города несколько десятков предпринимателей получили благодарственные письма от мэра, председателя городского собрания и руководства торгово-промышленной палаты. Сами бизнесмены сделали ответный подарок сочинскому обществу слепых. Вручили сертификат на благотворительную помощь.